Сегодня мы проводим выездной организационный комитет в Горьковском районе. У нас тут вовсю идет подготовка к празднику Севера, который состоится 3-6 марта 2022 года. Находимся сейчас на лыжной трассе. Очень нравится подход Горьковского района. Руководство хочет, чтобы не просто провести праздник, а что-то осталось, и строит вот такую замечательную базу прямо посреди поля. Будет теплый домик для переодевания спортсменов, судейская, подготовлена трасса с двумя дистанциями, это 2,5 километра и 3300, сделаны горки, две высотой 5 метров, одна высотой 7 метров, то есть очень качественная подготовка, километр освещенной трассы для темного периода, поэтому я думаю, этот объект останется не только для проведения праздника, но и жители Горьковского района и соседних районов могут им пользоваться, приезжать, заниматься лыжным видом спорта. Как готовится Горьковский район. Я уже по районам поездил, и в принципе такой вот базы, меня особенно впечатлила лыжная база. Очень важно, чтобы то, что мы делаем, и те праздники, которые мы проводим, оставалось наследие после нас. Может, громко сказано, но тем не менее это факт, потому что объекты останутся, останется хоккейный корт, который сейчас активно строится. Хоккейный корт мы начали строить с лета этого года. Сегодня у нас готово основание, возведен фундамент. Значит, с 1 ноября у нас приступает к монтажу металлоконструкций. И где-то к концу ноября мы должны натягивать тент. То есть в середине декабря зальется лед, и хоккейная коробка будет готова. Очень важно проводить праздник Севера. Мы участвовали в конкурсе, который проводил Министерство спорта Омской области. Стали победителями. В 2022 году нам была определена дата. Вот, и с того момента мы начали готовиться. Мы праздника ждем, люди ждут, потому что мы сможем достойно в хороших условиях заниматься и хоккеем, и лыжами, и другими видами спорта. Ну и, конечно, это будет общий праздник для наших взрослых спортсменов и наших детей.